целью предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь проводит акцию «Не прожигай свою жизнь». Поучаствовать в данной акции и получить призы от Минского городского управления МЧС можно прямо сейчас, ответив на достаточно легкий вопрос. Ну, почему легкий? Потому что вопрос с вариантами ответов, поэтому методом логических умозаключений различных и научного тыка можно, так сказать, выиграть отличный подарок. А подарок действительно актуальный для сегодняшней погоды – это теплый плед. Итак, вопрос. Кому принадлежит фраза «Ваше курение может пагубно отразиться на моем здоровье»? Вариант ответа А – Фаине Раневской. Вариант ответа Б – Карлсону. И вариант ответа В – Волку из мультфильма «Ну, погоди». Напомню фразу «Ваше курение может пагубно отразиться на моем здоровье». Ну что ж, плед уже ждет своего победителя, поэтому присылайте ваши варианты. Методом, конечно же, логических умозаключений можно было бы предположить, что и Фаина Раневская, и Волк являются заядлыми курильщиками, а вот Карлсон не курил. Что ж, теплый плед от Минского управления МЧС достается абоненту с последними четырьмя цифрами 8257. Поздравляем вас, приходите, забирайте ваш подарок и обязательно грейтесь. Радио BA.